Кубок чемпионата мира FIFA отправился в путешествие. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут в Нижнем Новгороде, его проведут по России и еще 50 странам мира. Жители Приволжской столицы увидят его в конце мая 2018 года. Российский маршрут тура разделен на два этапа, а это будет самый большой тур в истории, который начнется и закончится в стране-хозяйке турнира. Трофей хранится в музее мирового футбола FIFA в Цюрихе. На нем выбиты имена всех предыдущих победителей чемпионатов мира. На время путешествия его заменили на другой кубок чемпионата мира по футболу 2018 года, который после игр Мундиаля останется у победителя турнира. Оригинальный трофей вернут обратно в музей после официальной церемонии награждения. Я нахожусь сегодня в музее FIFA, где поменял кубок чемпионата мира FIFA с кубком победителя предстоящего Мундиаля, игры которого пройдут в 2018 году в России. Этот трофей особенный и требует к себе уважения. С ним нужно обращаться с особой заботой и вниманием. Первая мысль, которая появилась в голове, когда взял его в руки, главное не уронить. Многие захотят к нему прикоснуться и после меня. Я уверен, что с ним будет все в порядке.